Добро пожаловать, друзья, на прохождение дополнения к Last of Us Remastered Edition «Оставшиеся позади». А меня почему-то после сохранения ТП шнуло именно сюда, но начнем с этой точки, в принципе, не критично. А мы нашли с вами аптечку, которая должна помочь Джоэлу, и сейчас будем возвращаться назад. Так, там, по-моему, ничего нет, я думаю, туда и возвращаться не стоит, да мы и не могли бы, в принципе, это сделать. Аккуратненько. Что у нас по оружию, моя хорошая? Что мне есть? Мне кажется, две аптечки должно хватить, в принципе, добраться до Джоэла. Октопус. Прекрасно. Так. Такая предпосылочка к октопапе нашему, да? Что тут у нас? Слышите какой-то странный шум? Что это такое? Ладно. Что бы это ни было... Мы всегда можем это пристрелить. Вот говно. Давай, 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 давай. Правильно. Нет, неправильно. А вот это правильно. Как говорят, да? Враг моего врага мой друг. Забирай. Спокойно. Что мы тут делаем? Спокойно. Кому нахер нужна эта девчонка со стариком? Чем быстрее их найдем, тем быстрее свалим. Надо тут все обыскать. Согласен. Я поищу здесь. Зайди сзади. Так, они, значит, свалили. Давайте смотреть, остался вон тот вот вдалеке. О, прибили. Прибили лалку, прибили. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ах, у меня же одна стрела. Какого черта? Какого хрена, ребята? Так, этот пошел проверять, смотрите, они вышли. А вас много здесь вообще? Я, например, попробую сюда быстро переместиться. Так, в этом магазине вроде никого нет. А мне бы, конечно, не помешало найти хотя бы одну стрелу еще. Пожалуйста, дайте стрелу. Хотя бы одну штуку. Да. Конечно, все побежали, меня послушали. Зато можно покрафтить. Давай. Чудесно. Просто невероятно. Ну что, Элли, давай слушать. Так, вон там один. И один направляется прямо к нам сюда. Его можно будет вырубить, если он не додумается, конечно, сюда пройти. Его можно будет попробовать вырубить. У меня есть бутылка, нет? Говно, я бы мог его отвлечь. Ой, 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 ситуация плохая, ой, плохая. Вижу, говорю ж, плохая ситуация. Коль, не шутишь ты. Готово. Сейчас явно его напарник прибежит. Ребята нет. Хотят драки? Ребята ее получат. Да. У нас девчонка-то боевая. Я вернусь к Джоэлу, заштопаю его, а потом свалю отсюда нахрен. Там явно еще один был. Где-то падла, видимо, зашкирился. Забирай, пожалуйста, все, что есть. Плюс надо пойти забрать стрелу, если она, конечно, не сломалась. Так, ничего нет. Вроде спокуха. Спокуха, братуха. Все нормально. Пока никакого кипиша никто не поднимает, можно смотреть этот магазинчик. Конечно, там, где продают журналы разные. Что это, журналы, пластинки. Так, я думаю, вряд ли мы тут что-то полезное найдем, но тем не менее. Конечно, они меня нехорошо как-то обошли. Я думал, что будет какое-то преимущество. Ну и, конечно же, виноват, что позицию глупую занял. А перезаряжайся. Я думаю, 18 патронов должно хватить. Вот, вот что мне надо. Вот, лук мне в этой игре нравится. Действительно, стреляет он просто бесподобно. Так, еще 4 стрелы. О-о-о. Можно разгуляться не на шутку. И заберем 7-ю, конечно же, отсюда. Давай, забирай. Все, ребята, в принципе, можно сказать, что мы с вами живем. Живем очень хорошо. Так, надо добраться до уборной. Во многих играх в уборных, кстати, всегда есть какой-то ценный лут. Так-с. Ничего нет? Странно. Очень странно. Что мы можем сделать? Я думаю, третью аптечку резона делать абсолютно никакого нет. У нас со здоровьем проблем тоже не наблюдается, поэтому как-нибудь так допроживем. Воу, кого-то волокли по ходу дела. Смотрите, прям вентиляцию. Я сомневаюсь, конечно, что это был щелкун, хотя... Хотя, я думаю, надо взять пистолет, потому что...
Если что, сразу откроем шквальный огонь по этой хрени, чтобы там не вылезло. Любая хрень будет уничтожена. Элли, аккуратно. Ну и куда? Ну, давай посмотрим. У нас выбор с тобой невелик. Это тебе... А не Cryo-Fear. Помните, в Cryo-Fear какая была тема? О, вот по-моему, одна из самых страшных игр. Это можно послушать. Диктофончик, давай. Тут как в морозилке. Понятно. Мы все прекрасно поняли, дружище, что тут очень было холодно. И солдат просто-напросто замерз. Я-то думал, что кто-то кого-то волок сюда, но видите, это он сам... Так пробрался, истекая кровью. Кстати, у него какая-то повязка. Давайте посмотрим, что это значит. Медик, судя по всему. Угу. И он успел записать последние минуты своей жизни. Может быть, даже часы, если повезло ему. Хотя вряд ли. Как же они достали. О, я смотрю, здесь ребят очень много. Надо как-то, знаете, что сделать? Смотрите, как мы делаем. Вон туда бросаем. И сейчас они рванут посмотреть, что там. Вот это веселуха будет. Давай, 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 давай. Делаем ставки, господа. Правильно. Ну, щелку против щелкуна, это, конечно, совсем трэша. Сколько быстро, а? Мы с вами в любом случае будем в выигрыше. Если щелкуны их съедят, это будет хорошо. От щелкуна можно будет уйти. Да, они сейчас их перебьют к чертовой матери, смотрите, внизу. Ну! Так, вроде все нормально. Вроде более-менее хорошо. У меня 7 стрел, то есть я могу спокойно выстрелить все в них. Либо экономить и, например, просто пробежаться. А давайте попробуем. Так, они здесь. Значит, мне надо как-то очень аккуратненько это все сделать. Да, ублюдков завалили за милую душу. Господа, как насчет того, чтобы сделать маленький фейерверк? Давай вот сюда, например. What the fuck? Все побежали. А третий где? Третий бежит. Прекрасно. Fire party. Давай. Жалко, конечно, что мебель не горит. Он сел посидеть, отдохнуть. Что, он поднимается? Или ты бьешь? Что он делает? А, он типа увидел нас каким-то боком и пытается, видимо, добрать... Воу-воу-воу, родной мой? Воу-воу, куда ж ты лясы свои наточил-то? Хрена себе, да упаду отсюда, говна кусок. Есть еще желающие? Nobody, нет? Да? Anymore. Хорошо. Прекрасно. Нет желающих, дорогая моя. Нет уже, всех перебили. А кого не перебили, тех мы с тобой сожгли. Ну, пошли, пошли, пошли. Так, что тут? Давайте хоть полюбуемся на плоды своего хитроумного плана. Боже, он, по-моему, кричал, когда его убивали. Что, у вас ничего нет? Я так понимаю, что лута, видимо, никакого нам не дадут. Да нам и не надо особо. Это уже, знаете, какой-то куркулизм просыпается. Надо больше, больше лута, больше. На самом деле это не нужно. У нас легко его хватает. Вот это что такое? Бутылка? Замечательно. Бутылку можно забрать. По-моему, там еще кто-то ходит. Иногда музыка начинает так тревожно, знаете, накаляться. Такой звук, опять стрелы. 9 стрел — это перебор. Я думаю, люди, которые проходят игру на высоких уровнях сложности, наверняка испытывают проблемы с нехваткой стрел и, в принципе, патронов. А тут у нас 9 штук в 5 метрах, это, конечно... Ну, я бы не сказал, что хорошо. Так, что тут у нас? Меня больше интересуют разные записки, разные такие вот вещи. Конечно, много логики именно в моем действии, что я взял, выбросил пустую бутылку, но взял кирпич. Конечно же, это прекрасно. Мы практически добрались, если что. Насколько я помню, то двигаться нам не особо далеко надо. Что это? По-моему, это нам пригодится, да, чтобы сделать дымовую бомбу, но пользовался я ей за всю игру буквально пару раз. То есть в этой игре действительно есть такие предметы. А, такое оружие, которым ты... О, твою мать, ладно. Видите, она взрывается. И временно вот такое вот дымовое облачко. Придется обходить. Придется. Иногда, конечно, выручало, действительно. Я помню, по-моему, в университете Колорадо
У нас была очень сложная ситуация, когда просто необходимо было. Прекрасно. Кого нет? Вроде тихо. Так. Забирай. Забирай все, что есть. Все, что тебе может понадобиться. Ой, слышу, слышу, кряхтят. Ой, слышу. Так, четверо здесь. Ну, с ними, я думаю, мы как-нибудь расправимся. Там еще патроны где-то я видел, только что мелькали. Вот, забирай. Не стоит пренебрегать такими дарами, да? Я уже когда прошел игру, понимал, что надо было все-таки поставить, наверное, уровень посложнее, чтобы хоть как-то усложнить себе задачу. Даже если бы мы часто умирали, в этом был бы какой-то свой шарм. Тихо. Что это? Точнее, даже кто это? Там можно открыть это дело. Ой, чувство будет весело. А где они говорят-то? А, не там. Смотрите, как интересно. Смотрите, как мы сделаем сейчас. Вот так. Прекрасно. Вот заварушка сейчас будет. Давайте, господа, давай. Охренеть. Обалдеть можно. Да, давай, давай, давай. Хрена? Хрена себе, что происходит? Обалдеть. Ну, мы не ввязываемся, мы пока просто смотрим. Пусть они реально перебьются. Так, вон там щелкунчик еще был. Стоп тебя! Давай. Он даже не понял, что это были мы, смотрите. Обалдеть. Все, завалило. Я никогда в игре не говорил щелкунам спасибо, но, видимо, в этом случае можно сказать спасибо тебе, дорогая. Теперь мне придется ушатать тебя. Ой, господи, как же криво-то. Так, что-то у них там явно не очень приятная ситуация. Держи. Маленький тебе подарок. Это моя тебе благодарность. Вот и все. Так, с этими ублюдками мы расправились. Прекрасно. Давайте пойдем пособираем, что у них там было. Что-то часть какой-то, кусок мяса просто отвалился. Да, игра, конечно, явно не рассчитана на детей, потому что здесь хоть и нет особо расчлененки, но если удачно кого-то подорвете, то части тел, смотрите, ноги отрывает, руки отрывает, куски мяса, вон чья-то кисть, а головы не разлетаются, но все равно мерзопакостно все это выглядит. Ну, мне нравится. Так, что это такое? Что-то мне показалось, как будто коробка от Xbox. Нет, Intel SP3300. Видите, какое дело интересное. 300 от соседей тракториста, да? Шутка-минутка. Так, что тут у нас? Все по-прежнему. Очень приятная такая особенность, то, что можно натравливать друг на друга два типа врагов. И глава эта, кстати, так и называется. Враг моего врага, мой друг. Очень все правильно, ребят, сделали. Все, ничего полезного нет. Тут можно посмотреть. Так. Что ты можешь сделать? Аптечка у меня есть. Коктейль Молотова. Хорошая штука. Прекраснейшая. Просто изумительная. Используется практически в любой какой-нибудь игре, где кого-то можно убить, где есть выбор оружия. По-моему, даже в «Мафии», я помню. По-моему, я даже впервые там видел «Мафии». Там же есть коктейль Молотова. Плюс GTA-шки есть. Еще в третьей, по-моему, было. Так что очень смертоносное оружие. Все, походу, больше ничего интересного тут нет. А, можем... Вот, патроны. Что тут у нас? Забирай. У нас довольно много патронов. Я думаю, больше лутать, наверное, нет смысла. Ну все, помчались. Впереди остается только добраться до Джоэла. Сколько у меня лука, кстати? 7 стрел? Недурно. Очень даже недурно. Надо потренироваться нормально стрелять, потому что... Видите, такая вот чувствительность. Как-то он странно работает. Я смотрел некоторые ролики, там люди целились, у них как-то очень плавно он уходило. Вот как-то так.
Не знаю, может, это надо настраивать конкретно. А, так, как тебе нравится. Так-с. Издалека показалось, как будто это, знаете, свадебное платье было. Да, скорее всего, тут что-то подобное делали. Фотосалон. Но нам он уже не нужен. Да и делать тут уже и фотографировать тоже некого. Мы уже пытались со своей подружкой тут фоткаться. Удерживайте, давай. Старый знакомый лучник. Я помню, вот тут самое-самое начало было. Вот мы с вами, друзья, и вернулись. Американская принцесса. Да-да-да-да-да. Были-были, помню. Ой, звуки не нравятся. Ой, не нравятся. Очень подозрительный, очень страшный на самом деле. Что у нас тут происходит? О-о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 -
Готово? Ох, твою ж налево. Кто? Кто меня видит? Тут же нет никого. А, вон еще один. Вижу. Как он так заметил быстро? Какая же ты падла, а? А ну вылазь давай. Вылазь, хер. Я так не попаду в тебя, хотя... Пытаться можно. Идите в жопу. Все, идите в жопу. Видите, как правильно сказала Эль. А там внизу еще несколько было. Они все направляются сюда, значит, мы делаем следующее. Давайте бросим так. Поближе подойду. И еще одна. Ой, 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 ой. Нихера ему ногу оттяпало. Воу, тихо. Стреляй же. Готово. Господи, чтоб вы были здоровы, а? Мало того, что он черный, так он еще пробежал, его нихера не видно. Все, это последние были? А, там еще один. Для него как раз сюрприз лежит. Он там не знает, что делает, у него, видимо, какая-то своя атмосфера. Он пытается подняться, но тщетны его попытки. Сбирай. Что, дружище, проблемы? Софицент, да, конечно, конечно. Вот, размажили мы ему головку. Все. А, там еще пытаются добраться. Тихо. Прекрасно. Так, один готов. Сейчас второго завалим. Во, падай, сука. Фух, ну что, более-менее расправились. Вот ушли все наши патроны, по сути. А все, что мы так собирали на протяжении всего дополнения, вот тут все и потратили. Я стрелы уже забирать не буду. Надобности в этом никакой я не вижу. Все, погнали. Держись, Джоэл. Ах ты ж твою мать. Мы ее прижали. Мочи ее. Вижу, вижу, вижу. Уроды. Так, он где-то должен спуститься, по идее. Хотите драться? Подеремся. На, падла. Если он там пробежит. Тут нет его. Я очень надеялся, что он там аккуратно пройдет. Зря, наверное, бросил. Вон он. Твою мать. Все, остался только лук. Готово. Ладно, или пошли пособираем тогда. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ракетный хер, что ж ты делаешь? На. Прекрасно. Сейчас завалим ублюдков. Прыгай. Видите, как я четко их... Вот, еще 5 стрел. Мне нахер ваши стрелы не нужны. Мне, конечно, предпочтительнее было бы... пистолетные патроны. Так, эти наверху. Понятно. Где-то он кряхтит совсем близко. Так, вон там один. И один прямо над нами. Хорошо.
Надо так зашкериться. Они, в принципе, не знают, где мы. Они знали, что мы находились где-то внутри там, когда убивали последнего их товарища. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это не искру, да? Ну? Вылазь давай. Понятно. Что-то у них немного, видимо, интеллекта как-то поломался. Они ведут себя очень подозрительно, я бы даже сказал. Надо выбрать правильную позицию. Вот два патрона есть. Замечательно. Получается, он там где-то наверху, да? Прямо над нами. Чё-то я его пока не вижу, хоть убей. Хоть убей, не вижу. Мне показывает, что где-то наверху, но наверху никого нет. Я не знаю, почему так. Так, там ничего. Вот, чух-чух-чух-чух-чух-чух. Готово. Так, одного дружбана вальнули, и один теперь нормально уже отображается, один прямо наверху. Но он то бегает, то пропадает, я хрен знает. Попробую забраться. Так. Ага, вон он прямо здесь. Прямо вон там. Ну уже, целься, дурная же. Господи. На, ублюдок. Так, отсюда откуда стреляли? Воу-воу-воу-воу, больно. Че, не убил тебя? Да ладно. Я же тебе прям в голову попал. Попал, слава богу. Воу-воу-воу-воу, все, валим. Ой, ребят, зараженный, это не из круто. Это надо сразу валить. Притом очень быстро. Давай, лечись. Фу. В принципе, у нас есть немножко времени, пока они ими займутся. Господи, куда вы бежите? Я вас прошу. Нас вроде пока не видят. И это хорошо. Есть два патрона. Давай. Этот к нам бежит, да? Вот, сука. Молодец. Мама, тихо. Сейчас побегаем. Ох, сейчас набегаемся. Я уже представляю. У нас есть что бросить? Есть коктейльчик. Замечательно. Так. Давай еще один скрафтим. Одна аптечка, в принципе, нормально. Ведь какая жопа началась, а? Так, еще один наверху. И у нас с вами только лук и один коктейль остался. Меня пугает, как она целенаправленно сюда движется. Падай, сучка. Я вроде сложность не менял, но она как-то сама стала повыше. Видите, они в одиночке могли нас так не слышать. Я вас так же ухлопаю, усекли? Не так сильно нас чуяли, а здесь спокойно. Находят за милую душу. Фух, господи. Все, забирай все, что есть. И погнали дальше. В принципе, оно мне уже не понадобится, потому что как бы DLC подходит к концу. Ну, раз нам дают такую возможность, то почему бы, как говорится, и нет. Да, перезарядимся. Что у нас тут? Фух, так, надо двигаться, наверное, к Джоэлу. Здесь мы уже все сделали. Всех перебили. Тут было, получается, несколько таких вот волн надо пережить. И все нормально. Все, погнали. Ружье даже можно было взять. Не, не надо. Уже надобности в этом нет. Все. Не умирай, Джоэл. Надо подпереть дверь. Твою мать. Эй, да, вот мы и переключились снова, Райли. Так, давай. Черт,
Зря вы, конечно, начали эту музычку слушать. Это было очень такое спорное решение, да? Так, в плане развлечений. Давай, 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 давай! Поднимай, мать твою, поднимай! Хоть и хрупкая девочка, но поднять должна. Так, 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 что мы можем подвинуть? Вижу, 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 иду. Потерпи немножко, сейчас поставим. Все, беги! Охренеть. У нас, конечно, нет ни рюкзака, ни оружия, ничего. Погнали. Воу, 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 родной мой. Не сегодня. Сегодня я умирать, в принципе, не планирую. Я прямо за тобой, не отвлекайся. Я слышу эти звуки, это пипец. Давай, 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 бей его. Прям число, молодец. Малорик. Хрена себе. Все. Элли просто прирожденный убийца. Давай наверх. Ой, 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 зря я засматриваться стал. Все, погнали. Судя по этим истерическим воплям на заднем фоне, лучше не лутать эту локацию. Зараженные. И сзади. Воу. Тоже бегут сюда. Бегом, бегом, бегом. Бегу. На всех парах. Черт, сюда. Твою мать. Бежим! Ваши мурашки пробивают, понимаете? Так орать, а? Забирайся. Ну, забирайся же! Вот. Залезай, я помогу! Дай мне руку! Элли! Воу-воу-воу, родной мой, нет! Не сегодня! Так, это, видимо, тот момент, когда Элли цапнули, видите? Там было, если вы посмотрите внимательно, он как раз ее за руку укусил. Райли! Подохла вроде. Элли. Элли, рука. Нет. Нет, нет, нет. Не бойся. Я это уже делала. Я в этом мастер. Типа. А у самой руки трясутся. Тихо. Это действительно очень страшно и очень сложно. Взять так, без должного медицинского оборудования, зашить Джоэла. Ты тут еще не все раздолбала. Что теперь делать? По-моему, вариантов два. Первый — покончить со всем этим. Быстро, без боли. Мне этот вариант не особо. Второй? Бороться? Ради чего? Мы станем такими же, как эти твари.
Есть 100 причин, по которым мы могли не дожить до сегодня. И еще 100, по которым мы можем не дожить до завтра. Но мы боремся за каждую секунду, что можем провести вместе. Пусть всего 2 минуты. Или 2 дня. Они бесценны. Я считаю. Давай подождем. Лучше уж будем терять остатки разума за компанию. А третий вариант? Прости. Вставай. Пойдем отсюда. Все, ребят, на этом Last of Us заканчивается. Спасибо, что смотрели. С вами, конечно же, был Брейн. Придется попрощаться. Ну а что делать? Вот такие вот у нас пироги. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться и ставить пальцы вверх. Всего хорошего. Пока-пока.